Рабочую встречу глава республики проводит почти ежедневно. Накануне он был в Алаторском районе, где с главой Алексеем Смирновым и главой администрации района Николаем Романовым обсудил перспективы развития сельского хозяйства. Николай Романов доложил, что в этом году вся посевная площадь составит 29 тысяч гектаров. На 2 тысячи больше, чем в прошлом. Готовность техники на сегодня 90%. До 1 июля район планирует завершить регистрацию невостребованных земельных долей. Как отметил глава Чувашии, введение в севооборот необрабатываемых земель – важная задача для всего региона. Сколько тысяч в оборот? Значит, в прошлом году ввели 4. В этом году где-то чуть больше 2 планируем ввести. Сколько еще останется? Значит, 6 останется. Тысяч? Да, 6 тысяч. Это же огромный ресурс. Это огромный ресурс. И дело в том, что вот это вот Засурье, песчаная зона, вот Сойдино, Старая Беси, Первомайка, земли сельхозназначения, но они долевые. Работаем с Россельхознадзором, чтобы наказывали этих долевиков. Если на самом деле они не хотят, надо изымать преимущественно право в ваших руках.